Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Давайте все сегодня печь блины. У меня очень классный рецепт, который получается у всех без исключения. Все ингредиенты я, как всегда, оставлю в описании под видео. А вы, те, кто не подписан, обращаюсь сейчас именно к вам. Подпишитесь, нажмите на колокольчик и добро пожаловать на мой канал. Начинаем готовить. Беру 2 яйца, пол чайной ложки соли, 1,5 столовой ложки сахара и все взбиваю миксером до образования пены примерно 1 минутку. Не переставая мешать, заливаю крутой кипяток. У меня ушло 350 миллилитров. Когда заливаю кипяток, смотрите, как сразу увеличивается пена. Это нормально, так и должно быть. Продолжаю взбивать. Следом вливаю 4 столовые ложки растительного масла. Теперь вливаю молоко. Молока у меня ушло 350 миллилитров. Получается, что в равном количестве с кипятком. Теперь засыпаю просеянную муку 250 грамм и следом щепотку соды. Перемешиваю все миксером до однородного состояния. Вообще, я только в этом году приспособилась готовить блинную смесь при помощи миксера. До этого всегда все делала вручную. И хочу вам сказать, что этот способ мне очень понравился. Реально получается все быстро и легко. Посмотрите, какая идеальная смесь получилась. Не комочка. Консистенция супер, шикарная. Ну все, теперь можно приступать печь блины. Сковороду очень хорошо разогреваю и смазываю маслом 1 раз. Все, больше оно мне не понадобится. Выливаю тесто на раскаленную сковородку и жарю блинчики до готовности. Посмотрите, какие у меня получились красивые, поджаристые, с узорчиком. Такие блинчики еще называют ажурные. Настолько они получились вкусненькие, мягкие, что мои домочадцы потребовали добавки. Как видите, само тесто готовится просто и быстро. Вообще, я люблю такие рецепты, когда вкусно, быстро и легко готовится. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч! Всем пока-пока!